Устроены таким образом, что вот два этажа галереи превращаются в давний лабиринт, особенно на первом этаже в экспозиции, собственно, куратор галереи Полина Слепенкова вместе с художником придумали эту историю с лабиринтом. На первом этаже, да, и вправду мы видим работы прошлых лет, работы с использованием его авторской техники, где он обращается к отпечаткам и следам собственных рук. А вот про то переосмысление, о котором я говорил, это, собственно, масштабная инсталляция на втором этаже, которая называется «Апофеоз игры». И какое же там, например, происходит переосмысление? Петр с самого начала, да, своего образования работает с глиной, потому что даже эти все слепки рук он делает с помощью глины. И, собственно, он берет эту глину, да, и использует ее в другом уже качестве. Он создает, например, глиняные баскетбольные мячи или же пишет живопись, используя не краску, а именно глину. Причем очень важно, что это копорская глина, которая добывается у нас в Ленинградской области, и во время Первой мировой войны эта глина использовалась для камуфляжа, поскольку не было краски, да, нет, она просто отсутствовала, невозможно было ее закупить. И на этой работе он запечатлел заброшенную баскетбольную площадку, которую обнаружил в городе Юрга Кемеровской области. Это его родной город, куда он отправился осенью 22 года. Да, заброшенная баскетбольная площадка становится такой точкой отчета для размышления в целом о игре, о жизни как игре. И отсюда здесь, собственно, появляется этот баскетбольный мяч, который по-настоящему, да, должен отскакивать от пола, его нужно бросать в кольцо, он должен быть играбельным, но в инсталляции Петра этот мяч теряет свои функции, из того, чтобы отскакивать от пола, он разрушается, ломается, вместо того, чтобы забивать его в кольцо, он тоже разрушается. И что, опять же, тоже важно, что при создании этой живописной работы Петр также использовал баскетбольные, уже настоящие мячи. Например, если вы присмотритесь более внимательно и детально к поверхности холста, то вы увидите отпечатки и следы баскетбольных мячей, что, кстати, очень даже рифмуется в целом с его техникой отпечатков и следа рук, то есть отпечаток и след в целом интересует, мне кажется, Петра Дьякова. И важно, что эта живопись носит перформативный характер, да, поскольку Петр буквально играет с этой картиной, кидая в нее мяч. Да, вот этот процесс игры в баскетбольный мяч запечатлен в этом прошлом, а в настоящем игра не может произойти. Баскетбольный мяч разрушается и рассыпается в руках. Да, но что касается второго этажа, конечно, он выбивается из привычного видения работ Петра, безусловно, и это вдвойне интересно. Ну, вся выставка, конечно, блестящая. И даже те работы, которые условно виделись раньше, они все равно каждый раз выглядят по-новому. В общем, низкий поклон за творчество автора, низкий поклон куратору и всему коллективу за блестящую композицию, которую они создали. Спасибо.
Вот однажды у Петра Швецова кто-то из знакомых спросил: «Свои пальцы?» Он сказал: «Ну, а, конечно, а кто мне свои отдаст?» Вот у меня такое впечатление, что здесь он использовал не только свои пальцы, но и как бы вложены кусочки некой своей души, во всяком случае, все смыслы. Вот ваше мнение, вот ваше видение. Про пальцы – это интересная метафора ручной работы, того, что художник проникает в саму суть вещей. Это не только материал, это еще как будто бы отпечаток самого художника. А мне показалось более всего интересным это превращение незаметной легкой прогулки под журчание фонтана, фонтана Самсона, а потом в страшную адовую зону, в которую нас ведет, кстати говоря, может быть, то же самое искусство. Здесь вот есть портреты Ершова. Цикришвили, да, который голову взрывает в песок. И поэтому так вот незаметно мы тоже за последние 2 года оказались с выставок вернисажей, где в каком-то апофеозе войны. Что касается тоталитарного искусства, тут самодостаточно знамя в виде косы от смерти как бы. Ну да, и чего? О том, что мы относились легкомысленно к многим вещам, в том числе, когда вот здесь вот сталкивались на вернисажах с разными людьми, потом оказалось, что незаметно внутри них вызревает та же самая страшная мутация. И вот когда мы прогуливаемся по этой выставке, мы снова оказываемся в путешествии еще и в ментальном, от совершенно обыденной повседневной фауны до хищной какой-то жуткой, страшной реальности, которая нас сегодня пожирает. Ну да, но все же я художников отделяю от ментальности, поэтому вне зависимости от образа мышления, красота всегда остается красотой. Если автор творит красоту, то ничего ему не помешает это делать. Но это хищная красота. Неважно.